Всем привет, это Брит. Я уже даже соскучился, но рад вернуться с такой сочной и яркой новинкой, как воздушные паштеты. Сегодня в выпуске нашей рубрики «Новинки Брит» я расскажу вам про самую воздушную и нежную новинку. Воздушные паштеты Брит – это продукт, который мы разрабатывали с любовью для ваших питомцев. А сейчас мы можем объявить, что он уже появился на полках зоомагазинов. А что именно в линейке? 9 паштетов для кошек и 4 паштета для собак мини-паштетов. Пород. Кошек мы будем удивлять вкусами говядины, индейки, кролика, курицы, телятины, тунца, утки, форели и ягненка. Я считаю, отличное разнообразие. Вашему питомцу будет что выбрать. В линейке присутствуют паштеты для котят, для взрослых кошек, для стерилизованных и для питомцев с чувствительным пищеварением. Собак мы тоже не обделили. Они смогут выбрать из паштетов с индейкой, тунцом, уткой и ягненком. Паштеты есть для щенков мини-пород, для взрослых собак мини-пород и для собак мини-пород с чувствительным пищеварением. Паштеты полнорационные, приготовлены с использованием 70% свежего мяса. Паштеты – это не только вкусно, но и удобно. Продемонстрирую вам. Снимаете специальную обечайку, тянете за краешек, переворачиваете и кладете в миску. Не забудьте пожелать питомцу приятного аппетита. Благодаря нежнейшей текстуре корм щадяще действует на зубы и отлично усваивается. Поставьте лайк под этим выпуском и подписывайтесь на наши страницы. У нас много интересного про животных.